Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт. Я сразу хочу тебе кое-что показать. Смотри, смотри, это дерево здорового человека, то есть яблочки на дереве, да, а вот это дерево курильщика. Ну, курочка на дереве растет, мясо на дереве растет и прочая фигня на дереве растет. И ты меня спрашиваешь, а как так? За наркомания? Я тебе сейчас покажу, что это за наркомания. В первую очередь, я хотел бы вам еще сказать то, что я до сих пор болею, поэтому если я буду умирать на видео, кашлять, втягивать сопельки, то не обращайте внимания, оно мне уже лучше, чем обычно. Правда, башка раскалывается как ненормальная, но ничего страшного, ничего страшного. В этой серии я хочу показать тебе что-то очень странное. Прям такое странное, что дух завораживает. Знал ли ты то, что в моем мире Майнкрафта, вот в моем мире Майнкрафта, с этого момента растут алмазы на деревьях? У тебя есть такое? А у меня есть! Я хотел бы с вами поделиться просто нереально диким крутым модом на версию Майнкрафта 1.12.2, который я сегодня нашел, и показать вам то, что с этого момента ты можешь размещать любой предмет из Майнкрафта как новый блок. Я понимаю, что это сложно, но я сейчас все тебе объясню. Как ты уже видел, я могу делать деревья из алмазов, деревья из курицы, деревья из мяса и прочего. И если ты хочешь, чтобы я скинул ссылочку на вот этот мод в описании, ребята, давайте мы наберем 20 тысяч лайков под этим роликом. Я обещаю то, что я сразу же выложу ссылочку на вот этот мод. А сейчас мы с вами будем приступать к небольшому такому обзору. Приготовьте ваши вау, вытащите их из карманов и пишите под роликом. Сейчас мы с вами приступим к обзору. Как мы все знаем, у нас в Майнкрафте есть только один предмет, который может трансформироваться в блок. Это всем известный тортик. Мы берем тортик в руку, ставим, и у нас получается такой блок. И также этот блок может пропадать у нас на глазах, когда у нас появляется голод, и мы кушаем этот самый тортик. Но не все так просто. Начиная с этого момента. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, декорации у вас в Майнкрафте будет столько, то что просто заглядение. Я специально подготовил тут несколько площадок, чтобы вам показать, что же это такое. Как видите, да, это еда Майнкрафта. И не удивляйтесь то, что сейчас каждый этот предмет еды можно будет поставить. Как это делается? Ребят, мы зажимаем Shift и ставим рыбку просто на стол. 3D модель рыбки в Майнкрафте всего лишь с одним модом. Допустим, дальше ставим яблочко огромное, ставим даже тарелку с супчиком. И что самое главное, смотрите, я даже звуки сделаю погромче. Мы можем кушать тогда, когда эти предметы находятся на столах, на полу, вот даже на... Мы можем кушать эти предметы, эту еду, просто со стола сразу же. Даже не нужно держать этот предмет в руке. Супчик с кролятинкой. Дальше. Супчик еще один. Ребят, у нас столько супчиков, то что это просто можно с ума сойти. А если вы хотите разогреть супчик, мы ставим его вот сюда. Давайте мы возьмем просто предметик, чтобы я вам показал. Поджигаем нашу печку, которую я заранее подготовил. И ставим это. Ребята, просто посмотрите, как это прекрасно выглядит. Если вы сейчас будете строить кухню себя в Майнкрафте, в обычном Майнкрафте, всего лишь с одним модом, вы сможете настолько ее сделать красивой, то что вы себе даже не представляете. Вы можете развешать курочку просто у вас на потолке. Как же это сексуально выглядит. Смотрите, какое маленькое няшное печенье. Но это еще не все. Если мы нажмем правой кнопкой мышки, появится сразу две печенюшки. Нажмем еще раз, три печенюшки. Еще раз, четыре печенюшки. Ребята, смотрите, оп-оп-оп. 8 печенюшек на столе. Просто подходи, угощайся, я буду только за. Тыквенный пирог. Мы также можем его поставить на стол, так же, как и обычный тортик. И, ну, по размерам, да, он, конечно, будет поменьше, чем наш тортик с обычного Майнкрафта. Но все же, смотрите, как он круто выглядит. Конечно, плохо то, что его уже кто-то погрыз. Признавайтесь в комментариях, кто его откусил. Но тортик просто загляденье. Морковка. Сюда морковка, сюда морковка. Еще одна рыбка, давайте одну морковку уберем, поставим вот эту рыбку. Просто, давайте посмотрим, умеет ли эта рыбка вообще плавать. А ну, плыви, плыви, плыви. Нет, рыбка у нас какая-то немного тю-тю. Как только мы ее ставим в воду, она уничтожает всю воду вокруг нее и просто умирает. Ну ладно, рыбка, мы тебя спасем.
Картофан. Ни хрена себе, вот это, конечно, картофан. Вот, ну, конечно, с нашим еблищем он не сравнится, потому что еблище реально у нас просто огромное. А давайте мы поставим арбузик вместо одного супчика. Арбузик у нас тоже огромный. Мясо! Мясо мы с вами можем даже на деревьях развешивать. Смотрите, как это чудесно просто выглядит. Сырое мясо на деревьях. Даже курочек больше убивать не нужно. Миленькие, добренькие курочки. Просто собирайте мясо с деревьев, и все будет круто. Жизнь прекрасна без убийств. Гнилая плоть. Да, даже ее можно... Знаете, как будто кто-то проблялся после Нового года, просто перепил немножко. Ну ладно, пускай у нас будет такой небольшой уголок, где все блевать будут. Плохой уголок, но ради эксперимента, мне кажется, стоит его даже оставить. И у нас еще осталось несколько предметов. Давайте мы поставим золотое зачарованное яблоко и обычное. А хотя они на самом деле не отличаются, но все же. Хлебушек! Пирожок, можно даже сказать. Хлебушек, пирожок, речка. Ребята, смотрите, как чудесно выглядит наша кухня. А я могу яблочко? Да, яблочко, золотые яблочки сразу у нас вот тут будут расти. Супчик подогрелся, супчик подогрелся. О, господи, какой вкусный грибной супчик. Я бы вам также дал, но вы через экран не сможете его попробовать. Если ты подумал, то что это все. Нет, потому что мы проходим к следующей нашей локации, которая связана с ресурсами. Смотрите, что я могу сделать. Опа, 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 опа. Настакать золотые слитки. И это еще не все, потому что я также могу настакать железные слитки. Да, ребята, мы можем ставить их по отдельности. А можем нажать еще. Это работает так же, как с печеньком. Если мы нажмем еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, то у нас может быть до 6 слитков в одном блоке. Также это работает, как вы уже заметили, золотыми слитками также. Изумрудики. Огромные наши изумрудики. Также, как вы уже посмотрели, мы можем расставлять алмазы, мы можем расставлять уголь. Ребята, это просто чудо природы на самом деле. Потому что вот этот мод всего лишь один мод. А как много всяких изменений в вашем Майнкрафте. Алмазы на деревьях растут. Где? Кой видели? Только в Майнкрафте. Только в моем Майнкрафте. Если наберем 20 тысяч лайков, то и в твоем Майнкрафте также будет, потому что я ссылочку на мод оставлю, как я уже сказал. В принципе, часть с ресурсами понятна, очень даже хорошо, когда у тебя в отдельной комнате, допустим, выживание в Майнкрафте, будет вот такая комната, где у тебя будут настаканы вот такие склады железной и золотой руды. И все будут заходить к тебе на сервис, смотреть, такие, ни хрена себе, вот это он богатый, конечно. Ты такой, да, это я, детка. У меня алмазы везде валяются. И также изумрудики. Но это еще также не все, как вы поняли. Потому что у нас тут есть еще одна комната, которая посвящена, как вы видите, оружию. Лук. Лук можно поставить на пол. Лук. Прекрасный лук. Ребят, это что-то с чем-то, потому что не только лук, вы можете и стрелы ставить на пол различных цветов с различными эффектами, также обычные стрелы, где обычные стрелы, вот, давайте мы поставим обычные стрелы, просто офигеть, но, не забывайте то, что у нас еще большая разнообразность всяких мечей, золотой, алмазный, каменный, так, лук пошел отсюда, железный, деревянный, но... Знаете, что можно делать еще с этими мечами? Смотрите, если я поставлю алмазный меч вот сюда, давайте я его уберу и ровно поставлю. Допустим, на наковальню. Если я нажму на него правой кнопкой мыши, то его можно перевернуть, и он выглядит как будто какой-то экскалибур. Знаете, меч короля Артура. О, с ума сойти, как же он круто выглядит. А сюда давайте поставим золотой меч. Чудесно просто, просто чудесно. А сюда поставим железный меч. Ребят, посмотрите, как это прикольно выглядит. Знаете, как будто какое-то поле битвы, как только что тут Третья мировая война случилась. Но нет, это обычный мод в Майнкрафте. И также, все мы прекрасно знаем то, что в Майнкрафте армор стенды существуют, но с этим модом у вас в Майнкрафте появятся армор стенды для лошадей. Вы сможете одевать армор стенды и смотреть, как же ваши любимые лошадки будут выглядеть в этой прекрасной броньке. К сожалению, на свинюху я не могу эту броньку одеть, но зато наши а-ля манекены лошадок выглядят просто... А! Потрясно, ёпты! И как вы могли заметить, ты тоже, да, розовый ублюдок. Ну, в смысле, свинюшка розовая.
у нас есть еще последняя комнатка. Это со всеми теми вещами, которые не имеют какого-то подразделения, которые просто не относятся к нашим другим комнаткам. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть зелья. Да, мы также можем ставить зелья. Господи, просто господи, у меня мурашки просто по коже. Посмотрите, как оно прекрасно выглядит. Зелья и просто обычная водичка. И что самое крутое, мы можем пить это зелье, не брав его в руку. Просто тут оно так лежит. Мы выпили, как вы видите, нам дался эффект. На 8 минут сила. И после того, как мы выпиваем наше зелье или нашу водичку, бутылочки становятся пустыми. Насколько же это все проработано? Давайте мы расставим еще зелье. Как видите, в каждом зелье даже свой цвет, насколько автор этого мода все хорошо продумал. Давайте я выпью вот это. Опа! И да, у нас есть и удача, и сила, и все остальное. Зелья просто чудо. Давайте мы еще джамп-буст выпьем. Да, о, как кислотно он выглядит. Ребята, просто жесть на самом деле. Мы можем поставить золотую морковку. Мы можем поставить зачарный арбузик. Мы можем, знаете, вот магма. Магма. Вот этот крем, крем для рук магма, он выглядит просто так круто, что вы себе даже не представляете. Вы готовы? Дети, смотрите. Он переливается. Вот просто, насколько же это круто сделано, что вы просто вот этот предмет можете поместить в любую точку вашего дома. И посмотрите, как же он круто будет выглядеть. Он будет переливаться. Любителям радуги и всего радуга цветового, мне кажется, это просто подарок на день рождения. Я этот предмет даже убирать не буду, пускай он тут лежит, и мы просто на него будем любоваться. Прекрасно. Так, ладно, ладно, что у нас еще тут осталось? В принципе, у нас еще остался. Ни хрена себе! Так. Даже тут спецэффекты есть, я об этом не знал, только сейчас это обнаружил. Вот это пыльца, она еще и сверкает. Господи помилуй, ладно, я отсюда уйду и возьму остальные предметы. Ох ты ж, нифига себе, сколько у нас тут еще предметов осталось. Но эти предметы — это также что-то с чем-то. Потому что смотрите. Ведро с водой. Ведро с лавой. И также обычное ведро, которое, ну давайте мы поставим вот сюда. Можно построить дома свой колодец и наставить эти ведра возле колодца. И как это же круто будет смотреться. Компас, который действительно показывает нам в нужном направлении. Часы, которые также лежат на столе, но зато показывают. Мы даже на стену их можем поставить. Показывает, какое сейчас время. Какое сейчас время? Ну тут на часах все нарисовано. Я не разбираюсь в этих часах, но все же. Глаз Эндера. Эндер Перл. Ребята, просто посмотрите, как это прекрасно выглядит. Ай! Ой, случайно бросил. Но это также еще не все, потому что у нас есть книжечки! Книжечки! Есть открытые книжечки, смотрите. И это все... Да ты заколебал этот дождь, а! Слайм-шарики. Если их поставить, смотрите, как же они круто выглядят. И в чем самый прикол, мы даже на них можем прыгать. Ребята, взять обычный слайм в руку, не крафтить слайм-блок, а просто обычный слайм, поставить его на землю, и на нем уже можно прыгать. Нет, это... У меня джамп... Нет, у меня есть джамп-буст, но все же, давайте посмотрим, как я прыгаю с обычным джамп-бустом. И как я прыгаю на... Оп! Даже звук есть! Что там горит? Что там... Пожар! Пожар! Расставим снежки. Таким снежком, если зарядить кому-то в лицо, то есть сотрясение мозга можно получить, поэтому не бросайтесь других людей. Но эти снежки также можно ломать, если мы на них будем топтаться. Вот смотрите, опа, 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 и они превращаются просто в снег. Блейзрот, как он называется. Также потрясно просто выглядит. Выглядит, как будто какая-то лесенка. Вы можете с этого, с этих палочек делать какие-то тюремные, знаете, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот так. Тюремные камеры какие-то можете делать. И все, отсюда никто уже не вылезет. Помогите, помогите. Бутылочка с опытом. Куда бы ее поставить? Ее также можно выпить, даже не забирать со стола. А просто нажать правой кнопкой мышки, и вы заберете себе весь этот опыт.
Как видите, тут есть еще много всяких предметов. Есть кости, которые также можно ставить на пол. Есть кирпичи, есть даже пшеница. И пшеница просто отлично выглядит, знаете, как будто какой-то букет или веник для бани, когда паришься в баньке. Просто огроменные кусищи. И также всякие вот эти разные предметы из эндермира. В общем, как видите, мод прекрасный. Но вот эти два предмета меня умиляют больше всего. У них еще и анимация есть просто чудесная. На самом деле тут есть еще много всяких предметов, которые я вам не показал и которые также можно ставить на землю. Но самый мой любимый, это, как вы уже поняли, это у нас алмазики. Алмазики, которые можно просто вешать на деревья. Алмазное дерево. Ребята, как же это прекрасно выглядит. Я даже вот тут под этим алмазным деревом закончу серию. Ты знаешь, что нужно делать. Я надеюсь, что тебе понравилась эта серия, этот ролик. Хотя бы чуть-чуть, но признайся. Ну, напиши в комментарии, если ты хочешь такой мод. И не забудь поставить лайкусик. Набираем 20 тысяч лайков, я сразу же выкладываю ссылочку на этот мод в описании. Ребята, спасибо вам всем за просмотр. Еще раз извиняюсь, то, что я болею. И смотреть на меня болеющего, конечно, не у всех есть желание. Но зато даже тогда, когда я болею, я записываю ролики и я стримлю. Это все ради тебя. Ставь лайкусик. Спасибо всем за просмотр. Жду тебя завтра в своем новом ролике. Всем удачи и всем пока.